Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Артур, мы продолжаем играть в Deus Ex Human... Human Mankind Divided, да, все как обычно. И вот сейчас вот вы видите, как я могу на расстоянии взламывать предметы. Допустим, могу делать вот так вот, и оно действительно работает. И это прикольно, но между тем мы с вами играемся с Талосом в предыдущей серии. Случилось что-то нехорошее, он у нас на глазах умер. Но в результате перед этим он успел отблагодарить нас за то, что мы не валили его людей, потому что мы выяснили, что они хоть и радикалы все, конечно, но не от жизни хорошие они такими стали. В общем, вот, такие дела. Теперь нам нужно уходить отсюда. Так, я тут дроны выключил, после этого подумал, слушай, надо запись включить, наверное. То есть, забыл, короче говоря. Хорошо, давайте убираться отсюда. Это не то, чтобы очень просто. Это не то, чтобы очень сложно. Короче, на самом деле, если вы смотрели предыдущую серию, то что вам объяснять? Если нет, то, опять же, что вам объяснять? Так, ложись. Я тебя отсюда задвину, если ты не против. Все, тут и лежи. И незаметно, да? Видишь? Все хорошо. Куда нам теперь спускаться? Интересный вопрос. В принципе, я могу отсюда спрыгнуть, но... Без Икара это будет довольно болезненно. Слушай, у меня Икар-то вкачан, я не помню. Икар я, по-моему, вкачал. Точно не помню. Блин. Вот это очень многие просят. Ну, потому что вот они привыкли, что вот Тайфун это круто, там, вот, на самом деле, не очень круто. Икар вот он, кстати говоря. Можно тут спрыгнуть, но я поступлю как-нибудь по-другому. Допустим, я просто пойду и окажусь вот тут вот, все. И совершенно не болезненно в итоге оказалось. Так, подо мной пара ребятушек, которых можно было бы глушкануть опять сразу. Так, спасибо. Короче, такое место тут. Довольно много народу. Камера. Чуть на камеру не вылез. Не, ну я типа вылез. Но я такой, я упертый просто. А здесь уже можно находиться, смотри. Ага. Ох, идиот, господи. Однако, здравствуйте. Хорошо, серию начали. Я подумал, что там не так высоко, в общем. Вот. Ладно, просто сейчас пишите все в комментариях, что вы ничего не видели. Ничего на самом деле-то не было. Все, я залезаю между тем сюда. Отсюда. Отсюда лезу вот на эту перекладину. Да и в целом уже можно не так опасаться, да? Камерку я выключил, кстати говоря. Говорю, чуть на камеру не нарвался. Я же ее выключил. Возьмем более деталь. Так, не... Ну, поняли. Детали 150. Так, хорошо. Пока все идет по плану. Кроме того, что мы только что чуть не шваркнулись. Ну, на самом деле, шваркнулись, но это уже не было. Вы же сами в комментариях это сейчас пишите. Так, расходники... детали сборки. Пистолет, пулемет. Мне нужен торговец, он мне просто необходим. Смотри, что у меня в инвентаре. Да блин, давай. Вон, сколько всего. Тихо. А, это просто пьянка. Я думаю, что мне не сюда. Мне просто интересно, что тут есть. Такое ощущение, что я должен понимать, что это за место, нет? Такое ощущение, что я мог оттуда пройти и просто сюда спрыгнуть вниз. Наверное, так. Ну ладно. Я так неплохо справился. Мы
Без насилия не ответ. Пацифизм не ответ, а скажи, что вообще сгодится в качестве ответа? Даже не знаю. Каждый день это обсуждаем. Даллас не может ни о чем другом думать. Так почему он ничего не предпринимает? Вот ты у него и спроси. А еще лучше сам себе ответь. Так, все, ребятушки рассосались. Теперь нам будет попроще. Так, один свинтил. Причем, походу, куда-то далеко. Все, чувак, спать, 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 спать. Немного денежек, спасибо тебе за это. А вон уже и выход. Так, не очень далеко работает. Сейчас мне профессионалы не дадут за то, что, ну, тревоги на самом деле как бы и нет, но все равно я привык действовать намного тише, намного тише. Все, погнали отсюда. Это было весело, сумбурно, это было неплохо. Даже успели один раз упасть вот сюда. А ну погоди, что там такое? О, спасибо за денежки. Прикольное место прям. Хелган. Дженсен, времени мало. Где тебя черти носят? Иду я, иду, Чикан. Давай поскорее. Палева никакого, никто сейчас не придет. Чикана, мать твою, за ногу. Давай уже приземляй свою колымагу. Все уже спят. Уже нормально все. Ого, высоковато. Да я высоко поднялся. Я помню прям. Вы тоже, я думаю, помните, как я поднимался. Аж офигеть. Бесшумная, походу, тема. Я так и думал, что мы с ним еще увидимся. И вот то, что он теперь у власти, вот это реально проблема. Потому что это реально фанатичное дело. Праге ночь уже. Интересно, сейчас по ночной Праге будем гулять или нет? Интересно, это вообще будет иметь какие-то последствия, вот эти вот наши выборы, там, убить того, не убить этого? Пока что я что-то ничего не вижу. Да просто даже банально он там и с этим самым сдатом, то, что решили вопрос, оно как-то, ну, показали пару секунд, типа, да, вот сам сдат там издал газету, в которой раскрыл правду, да и все. Было бы прикольно, если бы это более глобально как-то отображалось бы. Но это был бы топ. Наверное, я так думаю. И очень многие просят еще показать описание оружия. То есть там можно изучить, нажать якобы, и в результате ты можешь почерпнуть интересную информацию. Те люди, у которых нет возможности у самих поиграть, они смотрят и говорят, вот давай покажи нам. Поэтому сейчас я вам много это дело нам покажу. Много нам пользы от мертвого Рукера. Тебе было приказано взять его живым. Собирался. Тогда как так вышло? Я думаю, его убил кто-то, кому платят, чтобы он манипулировал КПА. Кто-то из своих. Рукер сказал мне, что КПА подставили, что настоящие террористы прячутся. А шапочки из фольги на нем при этом не было? Человек посвятил себя преодолению разрыва между аугами и чистыми.
Он знал, что каждый теракт глубже вбивает клин между сторонами. И чтобы покончить с этим, нужно вытащить клин. Он сказал, что может доказать непричастность КПА. Он был готов на разговор с нами, хоть и знал, что тогда рискнул жизнью. О каком доказательстве он говорил? Не знаю, доверять ему, нет? Я на самом деле ему больше, чем Вейге доверяю, ну честно. Уж не знаю, почему уж, простите меня. Просто, как правило, в таких сюжетах все проблемы из-за баб. Вон что там с Меган было. Письмо в карманном секретаре из КПА. Шовинист Блэк. Похоже, там приказ на активацию. Что у нас есть на Виктора Марченко? Я пробил это имя через Айлинг. Там ни хрена нет. Думаешь, сообщение для него? Если кто-то в КПА выполняет приказы людей снаружи, я думаю, что да, это может быть он. Чан может попробовать отследить IP-адрес отправителя, узнать, кто с кем общается. А кто сказал, что это не сам Рукер написал письмо? Ладно, может, в письме что-то и есть. Отдам компьютерщикам, посмотрю, что нароют по IP. Господи, ну и ну. Ты же в курсе, что теперь все узнают о смерти Рукера. И когда это случится, в городе Големов начнется война. В этом меня заверил начальник полиции. Это недопустимо. Чикана, надеюсь, топлива у нас хватит. Мне нужно лететь. Что до тебя, агент? Мне надо раскрыть дело, и я знаю, с чего начать. У Смайли было достаточно времени, чтобы проанализировать носитель. Который ты забрал с ружечки? Я зайду к нему, посмотрю, что там есть. А потом отправлюсь туда, куда поведут улики. Я намерен сделать так, чтобы виновные понесли наказание. Мне все равно, есть ли у них аугментация. Работай, пока дело совсем не заглохло. И держи меня в курсе. Пошли, Чикана. Короче говоря, сейчас пока что мне это все видится так. Я принимаю сторону либо полиции, либо аугов. И то, как вот я сейчас действую, это не очень хорошая идея. Надо уже определиться со стороной. Ну так, по моим ощущениям. Но сейчас то, что мне действительно нужно. Так это найти торговца. Просто дико необходимо. Потому что у меня уже вот это копится. А в себе держать это нельзя. Это вредно для здоровья. Ну, пойдем к Спитфайру. Красавчик, покажись. Ох, какой. Алекс, Даллас Рукер мертв. Что? Я думаю, отравлен. Твою ж мать. Рукер был голосом аугментированных. Люди его за это любили. Когда об этом узнают, Прага на уши встанет. И весь мир смотрит. Слушай, Биллер ушел на встречу с полицией. Возможно, это наш шанс определить его лояльность. Он живет рядом с ОГ-29. Хочешь, чтобы мы обыскали его квартиру? Не мы, я. А ты продолжай узнавать про взлом Версалаев. И узнай еще, что коллектив может нарыть на Виктора Марченко. Если я прав, и Рукер был отравлен, все это может быть связано. Конец связи. Да выбей! Коврик, не выбьешь! Хватит мне угрожать! Только сам позоришься! Окей. Драк-то будет, нет? Ну погоди, я тебе покажу! Что ты мне покажешь? Как ты умеешь в штаны ссать? Пустые слова! Давай, давай! Хватит из себя корчить крутого! Вот, смотри! Ох, твою мать! Адам, ты здесь? Ты не поверишь, но Вадим Орлов сейчас в Праге. Шутите? Если бы. Полгода назад он получил визу эксперта по аугментациям. И с тех пор периодически бывает в стране. Сегодня утром пограничники отметили въезд. Я прибыл в Прагу 6 месяцев назад. Где он остановился? В комплексе Лилиома на улице Хлавни, 2-й этаж. Я проверю. Так, понятно. У нас здесь сайт-квесты нарисовались. Я поднимусь, пожалуй, в этот жилой комплекс, я его искал. Потому что наверняка где-то здесь, на 2-м этаже, есть какой-нибудь торговец. Я в этом практически уверен. Ого. О, слушай. А, не, погоди, мне показалось.
Мне показалось, что я пришел по сайд-квесту, но потом я понял, что это метка от сюжетного задания. Чуть позже я понял, что она внизу. Ну, я просто по карте смотрел. Конечно, вы поняли. Где-нибудь видать человеков? Нет? Человеки? Людей? Ни одного торговца не видать. Видимо, я что-то путаю. Ну, в этом доме, значит, никого нет. Хорошо. Где бы мне найти торговца? У меня реально с этим беда. Каждому свое. Так, давай по карте посмотрю. Я там помню, по-моему. Клиника Протез. Антикварная лавка Техновинтаж. Аптека. Сигарный салон. Погодь. Вот тут вот, по-моему. Подожди. Не ОГ-29. Сейчас я вспомню. Ну, скажем, у меня в квартире есть. Можно туда пропутешествовать ради этого дела. Сады розы. Вот, на Хлавне можно пройти. Мне это нужно. Короче говоря, там заодно у нас кое-что еще есть, как вы видели. Туда пойдем. Сейчас проходим мимо, не заходим в ОГ. Идем туда. Вот так все. Понятно. Я маленько засмущался, короче говоря. Стеснялся весь. Не обращайте внимания, я просто бегающий аук. Слушай, тут клубняк есть, я в него еще хочу зайти. Посмотреть, что у них там-то как. Все чисто. В range is a tool, not a human. Железяка, короче говоря, это инструмент, а не человек, написано. Прикольно у вас тут. Все, я пошел. Я постоянно на что-то отвлекаюсь. Просто повторюсь, здешний мир мне интересен. Он реально неплохо сделан. Мы знаем друг друга поближе. Нет, спасибо. Ты же за пентазимин. Ну все, чтение сейчас же. Наш отдел. Господи, что у вас происходит? Так, я прошел. Да? Что-то, короче, я опять метаться начинаю, надо успокоиться. Неужели Рокер правда мертв? Так, нам с вами вот сюда, и потом нам с вами... Нам с вами на ту сторону. Вон там торговцы, по-моему. А, нет, ладно. Привет. Эй, хочешь купить чистые бурки? Да я вот пришел. Привет. Иди. Кредиты есть? Обычно у людей с железными ногами и руками кредитов нет. А ты умеешь найти подход к людям? Что в меню? Меню? Нет, нет, еды нет. Оружие и всякие штуки. Нужно? Давай. Короче, я сейчас продам пистолет, винтовку, хотя они мне очень нравятся, но они занимают очень много места. Да тихо бы. Я деньги зарабатываю вообще-то. Не парься, сейчас все будет, давай. Короче говоря, это слишком просто, когда у тебя много оружия, помимо всего прочего. Давай. Продаем эту винтовку. Она, конечно, крутая, но да ладно. Сколочная мина, газовая. Газовую можно было оставить, но она тоже глушит людей только в путь. Продаем весь вот этот L, но и тому подобное. Так, стандартные патроны. Продаем. Глушитель. Продаем, зря я его купил. В итоге он на ту пушку так и не встал. Стандартные патроны к пистолету продаем, они нам больше не понадобятся. Программы оставляем. Так, пистолет-пулемет тоже не то. Клеточная батарея, шоковый пистолет оставляем, кипостим нужен, оглушающая граната пусть будет, дымовая это палево, а палево нам не нужно. Сент, катализатор на винтовку была забавной, возможно позже я ее себе куплю, но я скорее всего найду еще где-нибудь себе такую же. Гироскопический регулятор. Нейропозин оставляем. Так, мина снова убираем.
обезболивающая, ржаная. Ну, как-то вот так. 10 тысяч. Плохо. Теперь смотрим, что мы можем. Прицел на пистолет бы взять. Вот это было бы неплохо. Реально неплохо. Слушай, это какой-то кудрявый, что ли, дробовик, смотри. С барабанами. А хотя тебе тоже с барабанами. Блин, транквилизаторная винтовка, наверное, все-таки надо будет взять. Она забавная. От нее люди так плывут. Давай я возьму. Я знаю, да, что я переплачиваю там и тому подобное. Но мне это надо. И патроны, короче, на нее продал. Ох, молодец. Все, вы один хрен, я вас уверяю, вы ничего не видели. Ладно? Так, что еще? Все, отлично. Теперь будем баловать. Остаться, уйти, купить. Давай уже. Это баг какой-то или что? Что ты постоянно покупаешь, а они тебя в итоге обкладывают? Мне сейчас ничего не нужно. Это как-то обидно просто. Иди, время не трать. Обидно же. Так, хорошо. Что я сейчас хочу? Я хочу распределить все предметы по-нормальному. Кстати говоря, кое-что хочу проверить. Так, давай пока вот это вот все сюда сдвинем. Жалко, что тут автосортировки нет. По крайней мере, я ее тут не вижу. Можно было бы там, я не знаю, зажать L3. И в итоге вот это вот. Но, походу, нельзя. Что-то я, походу, реально заболеваю. Это не очень хорошо. Не надо болеть. Так, эта штука становится сюда, эта штука становится сюда, ты становишься сюда, ты становишься куда-то вот сюда. Так, ну и в принципе пойдет. Вот эта винтовка, она лучше вот так вот пускай стоит, так будет удобнее лично мне. Все, скачал, короче говоря. Хорошо, теперь давайте посмотрим дополнительные задания. Осмотреть квартиру ученого. Шериф считает, что мои новые импланты были спроектированы ученым по имени Вадим Орлов. Попытавшись найти Орлова, он обнаружил его в Праге в квартире на улице Хлавни рядом с ОП-29. Что-то мне подскажет, что это непростое. Да. Что-то, короче, даже в сегодняшней серии я, походу, упорот. Потому что я даже не почувствовал, что это мне Шариф звонит. Не почувствовал, господи. Не увидел, короче говоря. Не услышал. Так, ну пойдем. Проходи. Так, и вот сюда вот я захожу. Там, кстати говоря, по-моему, дохрена народу. Так, аккуратно. Ханзеры, горите в аду. А тут что такое? А это проход внутрь. А что внутри? Я думаю, сейчас мы... Куда это я попал? Хрен его знает, куда я попал, но я могу подняться наверх. Не знаю, зачем я сюда иду. Давай посмотрим, может, к какому-то ништяку приведет. Спасибо, уже неплохо. О, как, смотри-ка, стоило того. Еще по той стороне что-то наверняка есть. А, тут не цепляется? Ладно. Топай уже, господи, да что ж так долго? Сегодня Адам меня не слушается. Простите меня за это. Бывают такие дни, когда Адам сам не свой. Че, а все что ли? А я-то думал, тут еще что-нибудь хорошее будет. Ну, короче, мы сюда, походу, чисто за этим ходили. Но я не жалуюсь. Это было прикольно.
Так, и как мы туда поднимемся, вот что меня интересует. Я могу подняться, скажем, вот отсюда, но сюда тоже нужно дотянуться. Давай пошел. А там что внутри есть? Ну, что-то лежит, короче, ну ладно. Шариф, я нашел Орлова. Он мертв. Что? Это точно он? Ну, его я, по идее, раньше не видел, но видел точно такого же доктора на Леске, в той клинике, про которую рассказывал. Тогда его звали Макфаден. Боже, Адам, а что именно с тобой делали в клинике? Я не знаю. Я был в палате коматозников. Клиника управлялась ВОЗ. Комплекс 451. Можете разузнать? Конечно. Я обыщу его тело и квартиру, посмотрю, что там есть. Какого хрена происходит? А, ключ карты к сейфу. Тайюн Медикал. Тайюн. Ключ карты, использующийся для доступа к хранилищу. Ага, понятно. Опять в полисейд нужно идти. Там, я думаю, меня все-таки запомнили. Хоть как-нибудь. Нет. Еще поаккуратнее надо быть. Тот, кто это сделал, может быть, где-нибудь и здесь. Короче, походу, вся инфа, если она тут есть, то она либо он даун в сейфе, либо в этих компах. Ну, давай, что вскрывать поодиночке. Мадам фотограф. Так, это не то, что нам надо. Вот то, что нам надо. Интересно, оно одно тут? Или тут тоже? Нет, тут ничего нет. Зафиксировано аномалию. Давай, родной. В смысле? Так, я уже вижу, что это фейл. Давай по новой. Короче говоря, интересно, девки пляшут. Можно было еще укрепить, ну ладно. Мы получили записи и фото и уже занялись идентификацией неизвестных. Если найдем что-то важное, отправим инструкции, продолжай следить за девчонкой. Главным объектом займется наблюдатель, БДЦ. Меня просили вернуться в Прагу и проверить пациентов. Мне понадобятся отчеты и вообще все, что есть по главному подопытному. Думаю, вам придется связаться с наблюдателем. Когда все получите, оставьте данные в безопасном месте. Я, как всегда, предпочитаю хранилище. Затем покиньте квартиру и найдите номер в отеле. Не забудьте заполнить холодильник. Операция сорвана, визитер раскрыт. Его необходимо срочно вывести в безопасное место. Браво! В случае сопротивления устранить. Ждем отчета. Интересно, девки пляшут. Смотри, тут софиты, да? Или что это, софтбокс? Или что это? Так, здесь она одна и на самом деле довольно близко. Это выглядит очень просто. Но я думаю, это только кажется. Зафиксировано аномалию. Ну можно еще всякого вот этого нахватать просто. Ну ладно, короче, ладно. Ваши отчеты показывают, что пациенты отлично адаптировались к новым способностям. Это великолепные новости, доктор. Когда мы сошлись на том, что у нас устроит нестабильность до 10%, я напрягся, однако вы указываете, что симптомы психоза появились всего у 4%. Это весьма воодушевляет. Когда закончите работу в Швейцарии, можете день-два отдохнуть, а затем возвращайтесь в Прагу и проверьте пациентов. Свяжитесь с мадам фотограф, она обеспечит вас всем необходимым. Привет, Вадим.
Мне прямо слов не хватает, чтобы объяснить, в каком восторге я от того, как продвигается проект в Балтийском центре. То, что мы делали в ТЮМ, и рядом не стояла, ну, Taiyun Medical, с нынешними работами по включению нанотехнологий в человеческую ДНК. Жаль, что у тебя нет возможности лично ознакомиться с результатами, однако я понимаю, что глава нового проекта БДЦ не имеет права отвлекаться от своего детища. Надеюсь, ты скоро вернешься. Надо будет нам с тобой выбраться на континент и поужинать вместе. Так, наша старая подруга. Угадай, какие новости мне отправляют в Прагу, я должен найти 698-843. В смысле? Судя по всему, ее опять свалили на меня. Но, конечно, ты потерял над ней контроль. Может, ты так избавляешься от всех, кто тебя больше не интересует? Не надо было отнимать у меня пациентов. Мои эксперименты всегда заканчивались новыми открытиями и надеждами, а твоей пролитой кровью. Доктор Николас Кипра. А ну... Подозрительный какой-то доктор, на самом деле. Так, все, что здесь осталось... Это что там такое? Вроде как ничего важного. Просто коробочки. Ладно, давай это откроем. Ох, короче, здесь взламывать в этой комнате. Столько всего. И все пятого уровня, кстати говоря. Обнаружение 100%. У нас будет не так много времени. Поэтому придется, наверное... Посмотрим, сколько времени дадут. А, я нормально. Я даже без бомбы успею. Давай, давай, давай. Разрешу. Отлично. Открывай, чё. Бридж. Конфиденциальный медицинский отчет. Конфиденциальный отчет, содержащий историю болезни Адама Дженсена. О, как! Вот это вот уже интересно. Так, а чё на нем? Task Force 29. Ага. То есть ноги у него все-таки содержат еще человеческое, да? Смотри, у него рук нету. В ногах есть кости. Я думал, у него ноги тоже просто полностью аугментированы. Так, и чё? Ну, типа, я это сделал. Чё дальше? Я что-то еще должен был найти? Вот это он почему-то не берет. Я могу его закрыть. Я могу его открыть. Взять эту хрень я не могу. Давайте посмотрим тогда, что делать. Я такое ощущение, что я все обыскал. Смотреть квартиру ученого. Так, ага. Что-то мне подсказывает, что это непростое. Ну, я не знаю. Может, я что-то и не доделал, но, по-моему, все. Короче, я просто могу эти бочки поднимать. Ну, коробочки. Господи, какой сегодня упоротый уже. Сегодня был херовый день. Короче, несу какую-то колесицу. Может, подним что? Да вроде нет. Ну и так-то, походу, все. Я просто надеюсь, что вот это не сломалось, и эта папка там и должна лежать. Мне, кстати, Скайли в своей квартире холодильник передвинуть и посмотреть, что там. О, кстати. А, нет, показалось. Показалось, что там лежит программа. Но, походу, все, я не знаю. Может такое быть? Скорее всего, да. Пойдем отсюда. Это странно. Так, хорошо, нам нужно встретиться со Смайли в его кабинете выслеживания настоящих террористов и обыскать квартиру Миллера. Квартира Миллера находится поблизости. Так, погоди секунду еще. Да, побочные задания. А тут уже тупо нечего обслеживать. Предмет мы получили, но это нам пока ничего не дает. Возможно, в будущем как-то этот квест активизируется.
Так, обыскать квартиру Миллера. Алекс думает, что Миллер не чист на руку, но тот, похоже, был искренне расстроен смертью Рукера. Он покинул город. Я на самом деле Миллеру верю. Я считаю, что он вроде как не обманывает. Так, встретиться со Смайли. И здесь, в апартаментах Хлавни, искать квартиру Миллера. Вот это сделаем, и после этого я пойду отдыхать. Что-то я сегодня, короче, залипота какая-то. Я лучше потом со свежими силами продолжу. Не надо было даже. Попрошайки. На себя посмотри. А это кто такой? Я в этом месте в прошлый раз поднимался, там никого не было. Ты не какой-нибудь там неподозрительный элемент, я имею в виду. Привет. Что делаешь? Иди давай, иди. Не смотри на меня. Я знаю, что красиво. Я понимаю, что это, наверное, будет выглядеть не очень с их стороны. В общем, возникнут определенные вопросы, но я понял, что мне делать. Сейчас он оттуда. Что за лагота пошла? Ну, я думаю, вы сами все видели. 15 кадров было. Только никому не рассказывай, там парень. А ты чего ждал? Бывший спецназовец. Военная жизнь из кого угодно аккуратисты сделает. Адам, если там и есть секреты, они хорошо спрятаны. У всех что-то есть. Нужно просто больше о нем знать, чтобы выйти на веки. Как консоль называется? Солото? А, это из первой части Солото. Прикольно. Да вообще тут прикольно все. Да, квартира практически стерильная. Смотри, какой у меня тут уголок. Не, ну квартира, конечно, зачет. Денег мы у него прихватим. Я думаю, он все равно поймет, что тут кто-то был. Андрей. Встроенная микроволновка. Пиво Андрей. Так, компьютер. Ох, что-то у вас тут наворотили-то. Господи, ох. Ты посмотри на эту херь. Зафиксировано, Анама. Ничего, что это дохера игра. Давай, родимая, давай, давай, подожми. Да, вот это на геймпаде было не очень удобно. Ну, можно было бы там использовать всякие, конечно. Колин Уайт, я знаю, что ты не хочешь ничего слышать от меня так скоро после того разговора, но от того, как он закончится, у меня на душе хреново. Леонард сказал мне оставить тебя в покое, но это полная хрень. Ну, честно, прям как папа. Лучше тебе ни с кем... С кем-нибудь поговорить, облегчить душу. Видно же, что из-за проблемы с Нилом ты сам не свой. Погружаться в работу, чтобы забыть о беде, нездорово. Я знаю, что ты, как и обычно, не обратишь на меня внимания, но если тебе неудобно разговаривать с роднёй, тогда поговори с профессионалом. Хотя бы выпусти пар на того, кому за это платят. Ладно, я заканчиваю. Леонард считает, что нашел хорошего адвоката, который разбирается в законах об аугментациях лучше него. Он перешлет тебе его координаты. Надеюсь, не получится так, что проблема появится больше, чем разрешится. Ты что-нибудь нашел в этой квартире? Как ты и сказала, Миллер хорошо прячет свои секреты. Но я ищу. Вега, ты какая-то, я не знаю прям. Ты уже второй раз начинаешь меня допекать. Так. Привет, Джим. Ребята из шестого отряда поговаривают о том, чтобы встретиться. Может устроить поездку? Так, ну это такое, в общем. Этот разговор был автоматически. Так, тебе нужно подписать согласие сегодня. Джим, я не шучу. Оно у тебя? Да, оно у меня здесь. И? Прости, Нил, я считаю, что с этим нельзя торопиться. Операция это серьезно. Да черт возьми, какое тут торопиться? Твоя дочь страдает.
Я знаю. Неужели? Я думаю, надо бы рассмотреть другие варианты. Тебя здесь нет, ты не видишь, как она страдает каждый день. Через несколько лет успокойся, она не сможет ходить. Позвоночник станет хуже, ее кости продолжат разрушаться. Я не могу с тобой говорить, когда ты в таком состоянии. Ей нужна эта операция. Я отключаюсь. Нам и говорить-то сейчас нельзя. Так, ясно. Алекс, я взломал компьютер Миллера. У него сложности в личной жизни, но ничего подозрительного. Ищи дальше. Второго шанса может и не быть. О, спасибо, бро. Я тебе говорю, что ты нормальный парень. Только не подводи меня, пожалуйста. Я надеюсь, так оно и в итоге окажется. Ты не окажешься каким-то там двойным агентом. Слушай, а тут пушку тупо достать нельзя, что ли? В этом месте. А, нет, можно. Просто как-то странно. Так, ну теперь я хоть целиться могу. Спасибо. Я думаю, я тут найду то, что мне нужно. Окей. Так, пистолет, оглушающую гранату. Гранату возьму, пистолет оставлю. Тебе может пригодиться, мало ли что. Работа-то опасная. Опа-па. А вот мы и нашли, походу, то, что нам нужно. Теперь осталось понять, как это дело открывается. Открывается оно, походу. Ага. Вот так вот. Подожди, что еще тут есть? Чего? Короче, обворовали его по полной. Даже как-то немного неудобно. Ну да ладно. Он много зарабатывает. Он переживет. Толкну его винтовку, наверное. Мне деньги нужны. Толкну его бухло дорогое. Я знаю, это не по-людски. Но я это сделаю. Алекс, я, кажется, что-то нашел. Карта Миллера для доступа в НПС. Видимо, оставил ее, когда зашел в свой второй компьютер. А второй компьютер? Там что-то такое есть? Пока еще не проверил. Но мне кажется, теперь единственный вариант услышать весь разговор по НПС. Черт, опасно все это. Но иначе, наверное, никак. А что? Нашлось что-то по Версалайф? Дела хреновые. Встретимся в маленьком дворике у АГ-29. Я объясню. Так, сейчас могу быть. Давай посмотрим, что тут есть. Мне повезет. Мне повезло. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Джим, я не могу ничего найти про нападение на Версалайф в СФ. И у нас есть только подозрение, финансирование, ДП. Это же у вас проблемы с КПА, не забывай. Ты уверен, что все было у нас? Еще, Джим, мне не очень удобно выполнять такие неофициальные запросы. Конечно, я хочу помочь, но для таких процедур всех все хорошо отработано. А пересылать материалы без взятия отпечатков там очень не любят. Если там глюк в системе, техник сразу должен знать. Насколько я знаю, тут все в норме. Так что блокируют тебя явно с твоей стороны. Кстати, Джен отлично справляется, спасибо. Когда дети пошли в новую школу, она наконец смогла отдохнуть и немного расслабиться. Надеюсь, ее дальше пойдет к лучшему. Так, отрамил Ангоша. Это снова я. Забудь про прошлое письмо. Похоже, у нас есть материал про случаи с КПА. Система выдала его по последнему списку обновлений, так что, наверное, нас уведомить не успели. Я не хочу рисковать, отправляя его в обход процедур, но если выполнить поиск с допуском третьего уровня, то он будет там. Если с этим все еще проблемы, попроси временный допуск. Ищи рабочую метку. Ага. Честно говоря, для меня это сюрприз. Я здесь его год, но не слышал, чтобы в Штатах действовало КПА. Видимо, началось недавно. Удачи. Так, ну теперь, кстати говоря, КПА, я думаю, будет серьезной проблемой. Насчет моего предыдущего письма.
пока ты будешь узнавать, кто назначил его на эту позицию, мне бы очень хотелось еще узнать его историю за последние пару лет. Что-то там точно есть. Буду признателен за любую информацию по этому парню. Спасибо. Это, я думаю, он про меня писал. Так, ну и все, осталось сейф на самом деле. И здесь что-то как-то прям до хрена всего. О, господи, твою-то мать. Ломайся, что ты не ломаешься? Ты ломайся. Так, все, жопа. Слушай, подожди, а как последнюю ломать? Я не понял. Вот я ее взломал вот так вот. Ага, мне нужно было сюда. Ясно. Вот это пипец. Через эту хрень не идет. Ох, это я зря сделал. Так, ладно. Короче, я понял. Просто она блокируется тревогой. Ладно, сейчас немного подождем. Ну, в общем, в целом, по Миллеру, как я и говорил, я сразу что-то как-то ему поверил, и вроде как это все подтверждается. Он вроде неплохой парень. Я думаю, здесь просто будет очко Праксис, поэтому, я думаю, придется попотеть, потому что оно того стоит. Давай пока посмотрим, как это все работает. Включать, выключать. Прикольно сделали. Кто-то сразу пишет, о, мол, Crysis там и тому подобное. Это так тупо, сейчас в половине игр это используют, серьезно. Так, хорошо, давай, работай уже. Зафиксировано, Адам. Так, сразу на тебе бомбу и на тебе бомбу. Разрешу. Это важно, потому что запарили меня уже. Карманный секретарь, что в нем пишут? Уважаемый господин Миллер, к сожалению, сообщаю вам о том, что ваш счет закрыт. У вас есть 24 часа на то, чтобы забрать содержимое сейфа. По прошествии суток все оставшееся в нем будет недоступно. Ваш персональный код 1363 все еще действителен. Слушай, мне в полисейд надо. Надо ее деньги поднять. Ну, его в смысле. Ну, ладно, ограбил полностью. Теперь Миллер, я думаю, будет уверен, что у него дома кто-то был. Короче, вот такой подозрительный тип. Так, все, выходим. Ты там куришь по-прежнему, да? Привет, что делаешь? Пойдем, я винтовку продам. Вообще, мне по-любому сейчас полисейд. У меня уже два дела там. И в этом банке у меня, на самом деле, уже там всякие ключи, коды и тому подобное. Поэтому этим делом стоит позаниматься, я думаю. Привет. Не, лучше ты сам давай. Эй, мистер Машина, хочешь глазеть? А я хочу продать. А ну давай. Снайперку мы продадим, патрон на снайперку. Нам нужны деньги. Так, подожди. Продать. Так, ну вроде все. Мне с... Иди. Ясно, короче говоря, все дороги ведут в банк, походу. Смотри, сколько у меня денег, уже нормально. Даже то, что мы с вами в итоге вот это вот по несколько раз одно и то же покупаем, даже это не сказывается. Денег хватает. Короче, в целом в этот палисейд можно не идти, но мы знаем несколько ячеек, мы знаем от них коды. Ого. Так что хрен его знает, я бы посетил. Так, это где вообще он находится-то? Посадочная площадка, дом Чиканес, театр, квартира. Так, нам прямо, кстати говоря. Что-то здесь вообще кипиш какой-то творится, смотри. Руки за голову. Они уже и на обычных
В смысле? Сейчас ты про все подробно узнаешь. Вот из знакомых? Мои подружки? Яблочко! Интересно, откуда ты знаешь? Руки за спиной держи! Руки! Убийство это и означает. Да. Что творится? Так, оно закрыто, может быть, нет, кстати говоря. Нет, по-прежнему открыто, по-прежнему мужик разговаривает со всеми. Так, а где у вас здесь ячейки? Вот что меня интересует. До хранилища-то я на самом деле так и не добирался. Он думает, будут еще. Я все наверх ходил в основном. К директорам там тому подобное. Элевейтер. Так, ты как против будешь, нет? Если я вызову лифт. Привет. Да я так, я не хотел ничего. Ясно? Нет, показалось. Значит, показалось определенно. Я даже не прикасался к этой кнопке, парень. Ты уже очухался? Ты меня не помнишь? Я тебе нос сломал буквально пару дней назад. Оно само получилось. Ты не расстраивайся. Так, вообще, по ощущениям, корпоративное хранилище, оно здесь. Там сразу стоит турел. И вон там я, кстати, был. Ага. Это я вон оттуда проходил. А туда я попадал. Блин, теперь туда не попадешь так. А если отсюда посмотреть. Здесь снизу я, по-моему, вообще не бегал. Но здесь снизу, по-моему, можно бегать. Нет, я тут бегал. Так, лифт. Давай по-тихому. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Так, допустим. Окей. Так, нет, здесь... А, вот проход, кстати говоря, я его нашел. Я здесь был, да. А я тут, конечно, перетрясли все, но... Не так, чтобы очень. Ага, понятно. Смотри, перекрыли все, гады. И эту штуку я смогу преодолеть, только если включу себе камуфляж. Окей. Плохо. Так, слушай, но при этом я еще кое-что, по-моему, могу сделать. Или нет? Или обложили, сволочи? Давай посмотрим. Так, нет, нет, нет. Обложили, значит, полностью, сволочи. Хорошо. В итоге, в общем, нам с вами придется попотеть, чтобы попасть в эти ячейки, но там у нас сразу два ящика дожидается. Ладно, будем думать. Добрём.